вами в еженедельном блоге о путешествиях, о вечеринках, о хорошем времяпрепровождении. Братья из Ленинградской области, кстати, между прочим, для тех, кто не знал. Братья Пархоми. Сегодня первый выпуск нашего видеоблога. Сегодня мы отправляемся в путешествие. Это будет фестиваль «Ультра», который проходит в Корее. Прямо сейчас мы сидим в аэропорту Шереметьево. Поехали! Так, пока мы спали, нам под дверь принесли интересный пакет. Александр и Юрий Пархоменко. Я думал, деньги тут. Что? Welcome to Seoul. Так, и деньги. Стой, вот, все, вижу. Вот. Самое главное, да? Что это такое, не понимаю. Это шаттлы. Шаттлы. Шаттлы для артиста. Прилегли мы на сколько? На 2 часа, да, прилегли спать? Проспали в итоге часов 7, наверное. Времени около 2 часов ночи. Мы в Сеуле в поисках еды. Китаемся по центральным улицам. Среди огромного количества местной национальной еды, очень странно выглядящей, пытаемся найти что-нибудь более-менее похожее на европейскую пищу. Но пока безуспешно. Хотя вот этот стандартный fried chicken меня очень даже привлекает, на самом деле. Центральная часть Кореи, не знаю, с чем это связано, с проведением ультры, которая завтра здесь начинает происходить, или, в принципе, здесь постоянно такая движуха, но вот эта часть города, центральная часть города, очень похожа на Бангкок. Захожу я, значит, к брату в гости. А здесь вот что происходит. Вот многие спрашивают, как вы готовитесь к фестивалям, к вечеринкам. Нет ли тревоги, какой-то паники? Тщательно вы готовитесь к сету? Вот теперь вы видите, как все происходит на самом деле. Boogie Wonderland! Тем временем до выхода из гостиницы остается около часа. А Матис продолжает работать бедрами! У меня есть один вопрос, Сань, зачем ты возишь с собой на гастроли зеленый первый чай? Первый раз. Чай хочу. Сил нет уже без за шикарным столом. Очень много воды, вы можете сами увидеть и понять, что мы, ребята, непростые. Можем себе позволить. Молить хорошую компанию вместе с нами. Что происходит прямо сейчас? Причем есть бокс на ультре в Корее. Все очень просто.
Сашка решил выпендриться, заказать сколько? 20? Уже несите уже. 20-25 бутылочек Дон Периньона. Жажда замучила. Вот они, катакомбы Олимпийского стадиона в Сеуле, в Корее, где сегодня проходит ультра. Пробираемся через терни. Прямо сейчас наш любимый, дорогой Мартин за вертушками, и мы хотим прорваться к нему. Встань! River. Yes. Oh shit! Guys, if you look to your right. Actually, I'm sorry. Ребят, в общем, мы приехали на автопати, но мы не можем выйти, потому что здесь куча людей. Okay, let's go. Wait. Саня, как бодрый, еще вопросы решает. Знаете, мне какая мысль пришла в голову, что если бы за диджеями с утра проезжала машина, соответствующая их состоянию, то мы бы, наверное, сейчас уехали на какой-нибудь телеге. Надеюсь, что мы поедем все-таки не на ней. Все-таки полуторачасовой сон – это как-то не очень. Как бы нам не было весело вчера, по утрам, ну, обычно… Не так все позитивно. Вот она, долгожданная расплата за бессонные ночи. За танцы с Элгартом, за флирт с владельцем фестиваля Ультра и за бесчисленные автопати с Мартином Гарриксом. Вот он. Наша поездка в Сеул на Ультра подошла к концу. Вот на самолете летим домой. Было бы круто, если бы вы подписывались на наш канал, потому что тогда мы бы были уверены, что то, что мы делаем, вам интересно, и вы хотите увидеть еще много интересных серий о наших путешествиях по всему миру, из самых классных уголков земли. Подписывайтесь и до скорых встреч. Спокойной ночи.